вот Мулен Руж проезжаем на автобусе. На бас туристики. Helt perfekt Ajaxen. Okay, Moulin Rouge og så burger restaurant ved siden af. Ja, helt perfekt. На таких остановках Open Tour вы всегда можете выйти, всего 72, и смотреть достопримечательности. Это остановка около Мулен Ружа. Вот такой значок Open Tour. Они ездят очень часто. Вот, мы опять приехали на знаменитый район Монмартр, станция метро Бланше, линия 2. И вот, если вы из нее выходите, вот прямо перед вами находится Мулен Руж. Вообще вот в воскресенье на Монмартре много людей, даже просто вот так погулять, много кафе, кабаре, вот Ла Дива кабаре. В общем, интересный район Парижа. Цены в Мулен Руж от 87 евро до 210. А вот меня обломалось. Нельзя, оказывается, в шортах, а я пришел в шортах. Так что поход в Мулен Руж откладывается. В шортах нельзя, в сланцах нельзя, оказывается. Так что сюда надо одеваться. В Мулен Руж, кстати, вот мы пришли в воскресенье. Сейчас 7 часов, на 11 еще есть, на завтрашний день есть. Хотя один билет на завтрашний день какое-то время разобрали. Ну, попробуем найти в другой. Вот Ла Дива есть. Куда-нибудь еще сходить. Вот. На этой улице расположены различные секс-шопы, эротическое белье. Такие достопримечательности на этой улице. В общем, не ходите сюда с детьми. Здесь делать нечего. Лучше в Диснейленд.